держит шайбу, но опять без сверхопасных моментов. Там очень неприятное столкновение возле борта, и мы видим, не можем подняться, не может никак подняться со льда один из игроков «Спартака», это Никита Певцакин. Мгновение с Наилем Якуповым, это грудиной влетел в борт. Певцакин, солнечное сплетение, такое место, да, когда туда силовой прием приходится, дыхание сбивается серьезно. Это уж на собственном опыте могу рассказать, причем неприятно, да и повреждение бывает. Там, если не грудиной, то там ключица. Ребро. Ребра, да. И под аплодисменты Никиту Певцакина. Сразу, да, мимо скамейки, туда, в раздевалку. Ну и надо тут понимать, да, тут твой вес плюс вес соперника, плюс скорость еще.